Всем привет, меня зовут Василиса, и сегодня я не одна, на моем канале со мной Тилька. Надеюсь, что вы ее все знаете, если не знаете, ну, ребят. Очень жаль. Эти люди, пожалуйста. До свидания, спасибо, что позвала. Короче, я тебя позвала не на простое видео, а на видео в моем стиле. Короче, мы будем с тобой залезать в огромные надувные шары и лопать друг друга вилкой, которая во рту. Как это ты себе представляешь? И как выглядят шарики? Огромные шары, они огромные. Кажется, мы будем нет. Вот так друг друга. Можно, извини, пожалуйста, это развидеть, то, что ты сейчас делала? Извини, у меня нет нормальных роликов. Ну, короче, надеюсь, что вы поняли, что мы будем делать, поэтому не забудьте подписаться на мой канал, который вот там вот, на канал Тильки, и мы погнали. Итак. Это было очень громко. Мне сказали не шуршать, поэтому я так стою. У нас есть три шара. Три шара. Раз, два, три. Один на всякий случай. Выбирай себе шарик, Наташ. Хотя я, кстати, знаю, думаю, какой ты выберешь. А у меня будет желтенький, потому что нужен не красный, потому что у меня свитер красный. Короче. Давай открывай. А чё он пыльный? Ты его в муке валяла? Да, и именно так мы и будем надувать наш... Не нюхай его, пожалуйста. У меня есть крутая штука. Это был надуватель 3000. Всё, хватит, меня удуло там в ухо. Ну, по идее, я планировала, что это будет так. Мне кажется, чтобы надуться, нужно одновременно засунуть твою ногу туда. Мою ногу? Или две ноги. Ну, типа, чтобы его уже чуть-чуть растянуть. Главное его не порвать. Нет, он не входит. А если... Простите, я упаду. Но у меня одна нога внутри. Суй, вот тут есть щель, давай. Ты думаешь, ой, так не сработает? Да суй! Суй, суй, дай. Дуй! Да ладно. Давай. Да я вытащу ногу, она, кажется, отнимается. А мы провели тут некоторые махинации с нашим шаром. В итоге он выглядит так. Это на самом деле пипец как сложно. Тебе теперь надо туда залезть. Лучше, чем у меня. Он перетягивает. Давай попробуем залезть максимально. Мне нужно надуть мой шар, просто для этого требуется больше, чем двое человек, оказывается. Так, давайте второй шар надуем. Ты выглядишь достаточно вяло. Мамля. Подождите, мне нужно поддуть! На помощь! Хватит, хватит, все. Я похожа на латексную женщину. Узко очень. Да!
хорошо. Пока что. У меня, наверное, голова болит. Теперь хочу тебя позвать в свою рубрику «Обмен жизнями». Испортили друг другу день и испортят тебе максимально. Просто сделать тебе всратый день. А у тебя нет рубрики «Обмен жизнями» испортили друг другу жизнь? Это, мне кажется, это попахивает новой рубрикой на Ютубе. Не делайте это дома, на вообще. Самом деле. Мне кажется, можно так. Во-первых, это очень тяжело. Вы точно видели, как мы вчетвером влезали в один шар, и ты просто был трешняк. Не снимайте это еще раз, повторяю. Зову тебя во вторую часть. Короче, ребяточки, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, на канал Тельняшечки, которая вообще настолько смелая, что... Смелая ты была бы, если бы я тебе сказала, на что ты идешь. А так ты просто не знала. А также наш инстаграм, ссылочки на которых в описании. Я вас люблю.